Финансовый омбудсмен России Павел Медведев по приглашению председателя правления Антона Воронова посетил главное отделение банка «Экспресс Волга». Здесь он встретился с сотрудниками кредитной организации. Разговор зашел об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются клиенты и банки, и о том, каким образом финансовый омбудсмен может помочь разрешить спорные ситуации без обращения в суд. Подробности в материале программы. На прошлой неделе головной офис банка «Экспресс Волга» посетил финансовый омбудсмен России Павел Медведев. Встреча с сотрудниками кредитной организации была инициирована председателем правления банка Антоном Вороновым. Разговор зашел об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются клиенты и банки, и о путях их решения. Самая главная тема – это умение брать или не брать кредиты. Еще неделю тому назад рекорд был 26 кредитов на одном человеке. На человеке, у которого доходы 8 тысяч рублей в месяц. На этой неделе этот рекорд побит. 31 кредит на одном человеке. Главной причиной такой нерадостной статистики является отсутствие финансовой грамотности граждан. Об этих и других проблемах клиентов и банков шла речь на 6-й региональной конференции «Практика предоставления финансовых услуг населению». Кстати, одним из организаторов конференции стал банк «Экспресс Волга», который в своей работе постоянно совершенствует сервисное обслуживание. Мы стараемся развивать последний там год-два институт персонального менеджера, который дает правильный совет клиенту. То есть вот то, что сегодня омбудсмен говорил, он комментирует, он дает грамотные советы населению. Мы эту роль стараемся тоже как бы выполнить через своих сотрудников. Поскольку работа с мнениями клиентов является основой сервисной политики банка «Экспресс Волга», опыт финансового омбудсмена при решении сложных ситуаций является весьма кстати и для клиентов, и для сотрудников банка.